Здесь и возникает опасность пойти по стопам темных представителей. По стопам ошибся. По скользким. По скользким. Возвращайся назад и начинай все то же самое. Прямо в этом дубле. Высказывание своего важного мнения, комментирование. Стоп! Не на суд. Отлично. В последнее время активность данных пользователей в комментариях увеличилась. В последнее время активность этих самых... В последнее время активность этих существ в комментариях увеличилась. Вообще стой на месте. Стой на месте. В последнее время активность этих странных существ в комментариях... Где карман-то? Новый сезон. Франца, САО, Оверлорда и много чего еще. Именно Бездомного Бога. Ты забыл именно Бездомного Бога, я говорю. Также нового сезона. Переснимем или пофиг? Как либо. Да. Так мы их и назвали. Как либо. Однако самым страшным проявлением бывает не мистика, не паранормальщина, а дело рук. Рядом с нами людей. Добро. Именно этим словом руководствуются на самом деле очень злые обитатели комментариев. Прикрываясь добродетелью, они могут оскорблять пользователей, чье мнение расходится с политикой проекта. Для них извращено понятие суд. Понятие судлопека. За их добродетелью скрывается что угодно, кроме добродетели. Их вид получил символическое название «либроцентристы». Господи, жесть! Я еще думаю, там мертвые пауки или что? И тут ты такой... С вами был Шаро. Нет, не так. Это самый конец. Ну да. С вами был Шаро. И не только. Озвучка Анилибри не говно. Нет, скажи плохо что-нибудь. Анилибри вообще ничего не может. Это будет в видео, милый. Это надо будет взять. Я думал, тебе просто как знать сигнал. Нет, ты это мы возьмем. Отыграй херово то, что ты возьмешь. Хорошо. Я понял. Все, скажи, плохо озвучил, что-то плохо делают. Не понял. Озвучка Анилибри говно, она не даби лучше. Я там уже посмотрел все серии, а вы даже одной не выпустили. Анилибри, аванзай, аниме в России, быть ванда команда, побеждай. Наши сайты будут жить, все анимешники за вас, так зовем же интернет. Так. Уважаемый, покиньте парк. Слышите, что он говорит? Почему? Заражаете здесь. У нас есть маска и перчатки. Где? Где? Ну? У меня есть паспорт. 15 000 паспортов. Телефон, это неплохо. Все, у меня больше ничего нет. Отлично. Петличку могу отдать. Почему? Я решила от тебя отвезти. А, я понял. Хорошо. Делай серьезное лицо и начинай. Все это время рек. В эфире...
Все, собрались. Живописно. Вот так. Птица-синица. Красота. Ах да, на экране периодически могут... На экране периодически могут мелькать жуткие лица. Так что слабонервным просьба отойти от экрана на пару метров и смотреть лицо, закрыв все руками. Куча крапивы. Ах да, на экране могут периодически мельцать жуткие... Мельцать? Сегодня мы вплотную приблизимся к самым опасным представителям комментариев. Поделимся информацией о них и... И вот эту же фразу нужно будет качественно с другого ракурса в конце только повернуть. Поделимся информацией о них и... Да блин! Опять текст забыл! Что, начинаем? Давай. Прямо сейчас мы приближаемся к наиболее опасному и токсичному месту, которое только может существовать. Для этого нам понадобятся специальные средства защиты. Вас пропустить? Нам просто хотели кое-что снять. Не, открыто, открыто. Это для съемок. Для этого нам понадобятся определенные средства защиты. Теперь мы к ним готовы. Свои очки можешь вернуть. Всем пока. И тут титры могут пойти. А, в своей голове не слышно, да? Так, вся моя речь была бессмысленная, потому что петличка у него. Но я говорю, что он бросил меня вон там. Я уже здесь. Ты уже здесь? Это я уже здесь. Все, мы разряжаемся, пошли, а то нам еще снимать какой-то кусок. Чирик. Чиф-чиф. Лишь комментарий первый будет всегда напоминать о том, что первый обитатель действительно существует. Все. Первое! Кто комментит это? На-на-на, напевай, давай. Дай из щеки теперь. Ну, я с танцем не очень. И мне вообще... Мне нужно... Ну, работать нужно, понимаете? Люди ходят, уходят и... Это ваши дни? Да. Почему вы гуляете? Ну, обед у нас. Почему без маски, без перчаток? Не дают начальство. Сказали, идите гуляйте. Мы пошли. А где средства личной гигиены? У меня есть...